Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Вы находитесь на канале Казаков Gamer System, то есть КГС. Меня зовут Андрей, и мы продолжаем с вами проходить игру Risen. Да, третья серия. Господи, как же я вспотела. Такая жара. А еще я перезаписываю уже, наверное, пятый или шестой раз эту серию. Это капец, это просто капец. То у меня мышку вырубит, то еще что-то выключит, то что-то пойдет не так, то еще что-то не так. И еще я телефон где-то посеял в доме, не мог найти, и снял на стенные часы прямо с кухни. Вот такие вот часики. Ладно, засекаем. 20 минут. Поехали. Ну что ж, дорогие друзья и подписчики моего канала, в прошлой серии мы поболтали с этим чуваком, ему помогли в поле, да, помогли ему в поле, поболтали с этим чуваком, ему помощь не нужна была, потом отдали все задания, которые были пройдены у этих двух, мы отдали ему, этому не нужна была помощь, мы ему рассказали, он сказал, ничего не надо, потому что мы ему уже помогли, и уже мы наш... и мы с вами встретили еще одного чувака, которого зовут Хенсон, и его свиней жрут эти поганые волки голодные. И нам нужно этих волков победить. И кое-что хочу сказать. При записи мне, я, короче, записывал. Короче, вот знаете, остановился сохранение вот здесь вот в пещере. Да. И прикиньте, у меня сохранение-то произошло, а то слетело. И, короче, я убил здесь уже одного волка. И не знаю, ничего страшного, то, что я убил волка, не записав это. И то, что я собрал сундуков. Ну ничего страшного, и там еще изумруд какой-то подобрал. Короче, ладно. Короче, сделал я вот так вот. Схватил этих двух волков и повел за собой к послушникам. Потому что с этими двумя волками разобраться невозможно. Бегите за мной. А, в том смысле, что невозможно, пока ты бьешь одного, второй будет тебя атаковать. И это очень сложно. Давайте, бейте их. Ну чё, вы разобрались? Разобрались? А? Ебать. Ну, я жду. Какие долгие, а? Еще на одну тварь меньше. А чё как долго-то, ребят? Ну? И кто из нас еще на ногах? Фух, молодцы, ребят. Не, молодцы, серьезно, молодцы. Разобрались в два счета. Я бы не стал. Не стал бы с ними разбираться, потому что слишком много зелий тратится на них. Так, ну что ж, соберем с вами лечебную траву и пойдем дальше. Как жарко. О, господи. Не знаю, почему так жарко. Так, давайте меч возьмем. Давай, чувак, за мной. Молодец. Ты один бежишь? Красавчик. С тобой я разберусь. Так, 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 так. Все, разобрался. Видите, что за хрень происходит? Они выбивают меня из сил. Да, кстати. Видали, что за хрень происходит? Я такой слабенький, такой хиленький. Против них вообще никто и ничто. Чё ты тут свои клыки-то, а, расставил? Ну чё, пидорок, на! Да ты сука! Как же меня бесит, что они три удара наносят, а? Так, ладно. Забираем у него клыки. Гриб маны. Сундук. Так, посмотрим, что в сундуке находится. Хорошо. Все нам это очень нужно. 169. Если вы думаете, что я слабак и очень хиленький против этих волков, то я могу вам доказать то, что это не так, как вы думаете. Там дальше будут волки. Всякие бурдалаки. А, упыри. Упыри, да. Упыри очень сейчас сложные для меня. Очень сложные. Ну вот. И как я говорю вам. Для... В этой игре здесь нету что-то поуровневого. Ну, сейчас я объясню вам. Руду я пока собирать не могу, я не обучен.
Сейчас вам я и объясню. Короче, в каждой игре, по-моему, в каждой игре твоего уровня появляются мобы. Ну, моего уровня. Какого я уровня, такие мобы. И чем я дальше сильнее прокачиваюсь, тем они сложнее. Так вот. Тем они сложнее. А здесь все прямо вот с ног на голову. Все прямо наоборот. Серьезно говорю. Здесь вообще все по-другому. Сколько времени? Все по-другому. Просто, как вам объяснить? Вот смотрите, вот сейчас голодные волки. Для них я слабак. Для них я слабак. Если я стану посильнее, я буду их выносить только так. Только там будут уже и слабые, и сильные. Так же, как и сейчас. Никакой разницы нет, смотря куда я пойду. Эй, я должен тебя предупредить. На ферме есть воин ордена. А, и чё дальше? И что? Так что тебе сюда нельзя, в общем. Если он тебя увидит, то отправит прямиком в монастырь. И какие будут предложения? Да. Придется подождать, пока он не уйдет. Хорошо. Иди за мной и не шуми. Спрячешься в кладовой. Там есть кровать. Отдохни. Воин провалит через пару часов. Ясно? Угу. Хорошо, видимо, придется тебе доверять. Давай. Хорошо. Видимо, придется тебе доверять. Превосходно. Пошли. Не дай ему себя заметить. Ладно, чувак, пошли. Короче, чувак, спасибо тебе огромное. Просто спасает меня. Надеюсь, он меня не сдаст воину ордена. Надеюсь. Так, потихонечку. А кто это там стоит? Никто здесь не в состоянии спастись. Это ты вор. Это не были люди. Кстати. И эти твари повсюду. Иногда приходится рисковать. О, сундук, хорошо. Надеюсь, это воровством не будет считаться. Они же меня как бы пустили на ночлег, а все, что в моей комнате, все мое. Это все, да? Ну ладно, давайте ложимся спать. А, да, давай прям до утра, до следующего. Чтобы проснуться и сразу же идти. С утречка пораньше. Вы что, все еще болтаете? Все чисто. Воин свалил. Это хорошо. Хорошо, что я тебя первый заметил. Да. А то ты бы уже в монастырь топал. Я бы сказал, тебе очень повезло. А, волки мертвы, чувак, короче. Волки мертвы. Ты их убил? Да. Это радует. Теперь я снова могу спокойно спать. Эх. Вот, прими в знак благодарности. Мне бы ни за что не справиться в одиночку. Да. Надеюсь, ты найдешь свой путь, друг мой. Я тоже на это надеюсь. Удачи тебе и спасибо. Тебе спасибо. Чё ты мне за херовину дал? А, сильное магическое лечение. Свиток исцеляет заклинателей и всех дружественных бойцов на 150 пунктов здоровья. Нихера себе. Мне сейчас хватает 50 пунктов, чтобы себя хорошенько вылечить. А тут 150, ебать. Ну хоть посветлее стало. Тристан, я, короче, это, волков-то убил. Насчет фермы. А, волки в соседней пещере мертвы. Волки в соседней пещере мертвы. Не повтори за мной. Кажется, судьба была благосклонна ко мне, когда выбросила тебя на эти берега. А ты как думал? Возьми это в награду. А, 25 золотых пригодятся, спасибо. А, кажется, я больше ничего не могу сделать для вашей фермы. Кажется, я больше ничего не могу сделать для вашей фермы. Тогда собирайся в дорогу и прими мою благодарность. Ах да, захвати с собой вот это. И да осветит священный огонь твой путь в эти темные времена. Если ты не раздумал идти в Харбортаун, сходи к брату Телуру. Он покажет тебе путь к северному входу в город. Спасибо, чувак. Спасибо. Да, спасибо. Ну что ж, Тристан, удачи тебе. Удачи тебе в этом мире, как это объяснить-то? Короче, просто удачи. А я смогу потихо зайти сюда? Ищешь что-нибудь? Нет. О, Пюпитер. Их я помню, их читать нужно, чтобы это, ну, прокачать свою мудрость, ловкость и все такое. Ничего нового. Ничего нового? А, да, точно, я же еще успел уже зайти почитать.
этот, три мудрости дали. Не, серьезно говорю, извините, блин, ну произошла такая вот херобора, не знаю, что происходило, но не мог записать эту третью серию поганую. Но ничего, зато дальше продвигаемся с вами. Вы можете сказать, упустили только убийство одного волка и больше ни хера. Телур, короче, Тристан сказал, что ты должен отвезти меня к задним воротам Харбортауна. Тристан сказал... Не повторяй. Хорошо, но это долгое и опасное путешествие. Этот остров далеко не безопасен, знаешь ли. Да, знаю. Так что будь готов. Готов. Готов, пошли в портовый город. Я готов. Пошли в Харбортаун. Иди за мной. Хорошо? Хорошо. Пойдем. Спасибо тебе, Телур, спасибо тебе, дорогой. Спасибо, красавчик. Просто... Вах. Вах. Пойдем. Остров полон опасности. Даже это озеро внизу. Ну да, там мотыльки. Не сходи с тропы и будешь в безопасности. Вон они, твари. Пошли дальше. Пойдем. Так. Давай, веди меня. Ну, пока мы с тобой на этом мостике, к нам мотыльки не имеют права подойти. Сука, комары летают, пидоры. Так. Ну что ж, ты со мной сейчас здесь Ну, дальше пошел. Вообще, я мог бы и один добраться. Серьезно говорю, честно, вот просто... Ждет меня, пока я к нему подойду. Ну, короче, я мог бы и сам добраться, но... Понимаете, он как бы это... Нам нужно двигаться. Ну вот. Эта дорога ведет к главным воротам Харбортауна. Угу. Но я не советую тебе ходить туда. Этот путь выведет тебя к воинам Ордена. Если хочешь отправиться в монастырь, присоединиться к Ордену, иди этой дорогой. А если нет, не ходи туда, потому что они не оставят тебе выбора. Спасибо, думаю, я понял, в чем дело. Пошли дальше. Спасибо. Думаю, я понял, в чем дело. Пошли дальше. Хорошо, пошли. Пойдем. Ну так что я вам говорил-то, блядь, забыл. Все, я не вспомню, все, у меня аж память-то, как она, рыбья, куриная, как ее назвать? Если ты пойдешь по этой дороге, придешь к монастырю. Но это можно и на указателе прочесть, верно? Так вот для чего нужны указатели. Хочешь, чтобы я вел тебя дальше? Да, пойдем дальше. Да, идем дальше. Тогда пойдем. Пошли. Без тебя я никак. Последую за Телуру в последний раз, хорошо? Порт Фаранги. Мы с тобой, значит, направляемся в порт Фаранги, точно. Совсем позабыл уже. Так, чувак. Я чувствую, скоро будет уже портовый домик. Ой, бля, что я говорю? Тебе придется проделать собственный путь к задним воротам города. Хорошо. Но это не слишком далеко. Отсюда продолжай идти на юг через узкий проход. Продолжай идти до тех пор, пока не достигнешь высокого утеса. Придерживайся его. Это приведет тебя прямиком к городским воротам. И я могу просто войти? Перед воротами, вероятно, будет стоять один из городских стражей. Но я уверен, что ты найдешь способ убедить стража позволить тебе пройти. Убедить? И как же мне это сделать? Если у тебя достаточно золота с собой, я уверен, ты его убедишь. Вот так работают старые стражи. Коррупция повсюду. Ясно. Мне нужно возвращаться к моему полю. Удачи. Спасибо, Телур, и тебе удачи. Ну что ж, продвигаемся с вами дальше. Опа, волк. Иди сюда, чувак. Давай-ка, сука, разберемся. Всё? Вот это я сейчас просто не ухаха хуел. Ну да ладно. Продвигаемся с вами дальше. Так, сейчас я, кстати, хочу вам кое-что показать. Я, конечно, давно уже играл в эту игру. В первую часть Ризена, но... Кое-что... Ой, там волк, обойдем. Но кое-что все равно помню. Да, кое-что еще помню. Сейчас я вам кое-что покажу. Кое-что. Угу. Сейчас где-то тут было. Ой, сколько волков. Крыса. А, вон она. Видите, я куда смотрю?
Так, крысы за мной не идут. Видите, куда я смотрю? Там, короче, находится пещера. В этой пещере сидит упырь. Я, даже если охереть как прокачаюсь, найду классный меч. Буду великолепен просто во всем. Не смогу его победить. Просто, как вам сказать? Блять, стражник, помоги мне! Помоги, чувак! Спасибо! Давай, бей его, бей! Молодец! Эй, ты! Ты что, не знаешь, что покидать город запрещено? А я и не покидал его. Впусти меня, а? Впусти меня. Тебе повезло, что я тут. Те, кто пытается войти через главные ворота, они все теперь в монастыре. Дурни прибежали прямо в лапы Инквизиции. Видишь? Ты без посторонней помощи тут не выживешь. Подкинь монеток, получишь хороший совет. А как дела в городе, чувак? Как дела в городе? Раньше было не так и плохо, пока Дон Эстебан не ушел. Теперь тут правит Инквизиция. Загнали всех крестьян в город и заперли ворота. Такой вот новый указ Инквизитора. А всех, кто нарушает закон, комендант Карлос отправляет в монастырь. Так понятное дело. Чтобы золотишко себе и все эти артефакты прибрать, а крестьяне-то тоже умные люди, могут начать воровать, поэтому он их сюда загнал и запер. Что можешь мне рассказать про коменданта Карлоса, чувак? Что можешь? Он тут новый начальник. Пытается поддерживать закон и порядок со своими воинами Ордена. Пытается? Ну, люди Дона им так просто не позволят тут командовать. Так ведь? Ну да. Пока что все тихо, но в любой момент все может измениться. Расскажи мне про Дона Эстебана. Вот, да, точно, давай. Расскажи мне про Дона Эстебана. О, это отличный человек, честное слово. Большинство считает, что он сбежал от Инквизиции. Но это неправда. Нет? Нет. Он разбил лагерь на болоте, чтобы забрать себе все золото из развалин. Вот в этом золоте все и дело. Он оставил пару человек вести свой бизнес, а сам получает долю. Какой молодец. А что происходит в монастыре, кстати? А что происходит в монастыре? Ну, говорят, что там людей учат. Но все знают, на самом деле, их там околдовывают. Околдовывают? Оттуда пара парней вернулась в город. Раньше им было наплевать на закон, а теперь они каждому инквизиторскому слову следуют. Плюнь мне в глаз, если это не колдовство. Ну, может, они такие слабовольные? Ну, может, они такие слабовольные? Все может быть. Только вот я считаю, инквизитор умеет заставлять людей подчиняться. Как попадешь в монастырь, все, ты в его руках. Короче, инквизиторы вообще распоясались. Понимаете, какая херобора-то происходит, а? Понимаете? Эти инквизиторы, они просто себе подчинили все портовые... Домики хотел, блядь, теперь сказать. Короче, хотел себе подчинить все эти... хотели. Подчинили себе все города, все земли, вся земля ихняя. Они себе присвоили все храмы, добывают себе золотишко. Только один Дон Эстебан не уступает себе храм. Что-то там он в каком-то храме засел и добывает себе золото. Значит, в этом городе не одна власть. Значит, в этом городе не одна власть? У местных жителей есть выбор – оставаться верными Дону, нашим людям, или помогать этим чванливым свиньям с материка. Ну, конечно, можно просто не высовываться и избегать неприятностей. Неприятности людей сами находят. Это точно. Как скажешь. Я тут просто приказы выполняю, приятель. Но поверь мне, не в твоих интересах сотрудничать с Орденом. Нужно помогать Дону. Дону я помогу. А ты работаешь, кстати, на Дона? Да, кстати. А ты работаешь на Дона? Я? Да нет, конечно. Я служу в городской страже. Все жители должны делать то, что велит комендант Карлос. А тебе это не нравится? С воинами Ордена ни о чем не договоришься. А вот люди Дона всегда готовы к сделке. То есть их можно подкупить?
Ну, называй это как хочешь. Сделка есть сделка. А главное, все довольны. Ну, вообще-то хорошо. Сейчас я с тобой это договорюсь о цене. Погоди. Сейчас мы с вами поджарим миска. И надо будет с вами заскриншотить. Скрин сделать. Мне на превьюшечку. Выглядит неплохо. Мы с вами все-таки наконец-то добрались. И это хорошо. Мы с вами добрались. Мы с вами добрались. Добрались до Харбортауна. Неплохо пахнет. Так. Здесь кто-нибудь есть? Ну, я в том смысле... Так, давайте дождемся... новой грозы, чтобы заскринить. О, наверное... О, попал, хорошо. О, солнышко! Какой нахер солнышко, гроза? Нихера непонятно. Ну да ладно. Ну, короче, чувак, давай пропускай меня. Элито. Сколько с меня за вход? Сколько с меня за вход? Сотня золотых. Нихера ты. Только не думай, что можешь туда-обратно шляться. Раз уж вошел, то оставайся. Да хуй тебе. Ты многовато золота просишь. Ты спасибо скажи, что я в два раза больше не требую, чтоб спасти тебя от монастыря. Ну ладно, я же не мерзавец какой. Давай поторгуемся. Если у тебя нет золота, можешь вещами заплатить. Покажи свои товары. Займемся делом. Чувак, вообще-то у меня золото есть. И как раз есть сотня. Но я захотел с тобой поторговаться. У меня такой же меч, да? Да, у меня такой же. Ух ты, арбалет, блядь. Давай мне... блядь, я все равно ими не пользуюсь. Уро, ни хрена себе. Давай, давай, давай. Хотя не надо. Просто впусти меня. Я тебя впущу, если у тебя хватит золотишек. Хватит. Давай. Вот твое золото. Ну ладно, только никому не рассказывай о нашей маленькой сделке. Договорились. А не то мы оба можем вмиг в монастыре оказаться. Впусти меня, а? Ну, если хочешь прямо так идти, твое дело. По крайней мере, возьми хоть карту. Удачи тебе. Она тебе понадобится. Хорошо. А, вот. Все. Мы с вами в Харбортауне. Наконец-то мы с вами в Харбортауне. Так, ну что ж, дорогие друзья и подписчики моего канала. Время уже поджимает. Мы с вами добрались до Харбортауна. И это хорошо. Ну что ж, а на этом, я думаю, все. Так, давайте со стражником поболтаем. Так, здоров. А как мне уйти, если я этого захочу? А как мне уйти, если я того захочу? Думаешь, так и смоешься с награбленным? Кого ты пытаешься наказать? Меня или других? Я говорю, вон! Не теряй надежду. Ну, короче, выйти из города теперь не так легко и просто, как я понимаю. Чтобы выбраться из города, походу, придется искать какую-то лазейку. И да, я играл в эту игру, и я знаю, где эта лазейка, и как ее добыть, и что там будет. Но спойлерить я не собираюсь тем, кто не знает эту игру. Страж. У тебя наверняка есть с кем еще поговорить? Тебе лишь бы обидеть меня. Сучок. А ты что мне скажешь? Привет тебе, фермер. И тебе привет, путник. А, спутник. Что ты здесь делаешь? Я из счастливчиков. Торговец Конрад мне платит, чтобы я за его коровами приглядывал. Остальным везет меньше. Но таков закон Инквизитора. Они сказали, что в городе будет безопасно. Ага, безопасно. Безопасно сдохнуть с голоду. Это точно. Это коровы? Нихера себе. Молоко. Короче, молоко я оттырить не буду. Сюда заходить нельзя, да? Чувак. Вот.
Да, валец. Хорошо, хорошо, а только меня не трогайте, не бейте. Так. Убирайся. Ну ладно, ладно, из короче. Из глаз моих. Чего они на меня озлобились? Я ничего так... Задание выполнено в портовый город. Арнольд. Ну что ж, с Арновым поболтаем с вами в следующей серии. Будем исследовать этот Харбор Таун. Город. Короче, город будем с вами исследовать. Поймем, что тут да как. Что за херня, что Инквизитор у нас собирается делать дальше. Что там за Карлосон, короче. Что это за мудак? А на этом пока что все. Вы находились на канале Казаков Геймер Систем, то есть КГС. Меня зовут Андрей. Подписывайтесь пока не надо. Пока. Сейчас я попрощаюсь. И можете подписаться. Мы проходим с вами игру Risen. Да, Risen первая часть. Это уже была третья серия. Ждите четвертую. Подписывайтесь на мой канал, уже можно. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь в паблик ВКонтакте. И всем удачи. Всем пока. До скорых встреч.